дорогие мои зрители. Привет, Женечка. Привет. Привет. Здравствуйте. Ну, мы прямо два. Кто с телефоном, кто с аппаратом, ну что поделаешь. Будем регистрировать каждый наш шаг возвращения к молодости. Потому что мои зрители еще не знают, что я приехала делать пластическую операцию. И Женя будет моим помощником. Будем возвращать красоту. А помнишь, такой был мультфильм «Красота вернулась»? Ну, вот как-то так. Завтра можете играть. Завтра вечером это можете играть. После операции. После операции, дорогие мои. Ну, а теперь в путь. Пожелайте мне удачи, потому что я, конечно, тоже немножко волнуюсь. Ну и, ух, вы знаете, у меня сейчас мурашки побежали с головы до пят. Ну, пойдемте. Я уже сегодня утром сделала небольшой обзор. Я пошла купить кофе. Оказывается, кофе здесь проходим через мясорубку. Оказывается, кофе здесь находится прямо с правой стороны. А меня понесло за кофе в Hungry Jack. Ой, на Бургер Кинг. Я уже утром... А там не видела кофе, а потом увидела здесь. Отель Designers находится вот, там, где мы живем. А клиника находится здесь, в одном шаге, хочу так сказать. И? Все, идем. Ребята, какие тут кресла. Вы же знаете, Женя, я сразу внимание обратила. Это же вот такие кресла. А вы хотите присесть? Нет. Это дизайнерские кресла. И называется ЭКЧЕ. И у меня с таким креслом связана история. Угу. Даже мои зрители не знают, какая история. Вы можете, потому что, рассказать. Да, ребята, я вам расскажу вот про такое кресло, историю. Никто о ней, я вам еще ее не рассказывала. Ну, а сейчас мы продолжим дальше. Про кресло вы мне напомните, потому что вы просто ахнете. Знакомиться, Анастасия. Она сегодня будет нас сопровождать и ассистировать. Это переводчик от клиники. Вот, ребята, понятно? Переводчик от клиники. Так что здесь не потеряешься. Здесь все понимают, говорят по-русски. Так что... Я сейчас не нажимаю, он ей должен потом. Пойдет проверить, поехал. Сейчас посмотрим. А, это вот как раз тоже это кафе, которое я ходила вокруг кафе и в итоге купила кока-колу. Да, конечно, конечно. Я могу представить, когда вы, я вам всегда рассказываю, где я делаю, что я делаю. Тут такой большой секрет от вас скрыла. Но это такой сюрприз я хотела вам сделать. Интрига. Но, как говорится, шило в мешке не утаишь. Так что будем наблюдать, как все происходит от А до Я. Каждый мой шаг.
План мне объясняют, что мы сегодня делать будем. Ага, получается, сегодня вот у нас консультация будет, и она займет около, наверное, 3 часов. Сколько? Да, 3 часов. 2-3 угу. часа консультация. Мы делаем обследование, получится анализ крови, сдадим ЭКГ. Вот, а завтра уже выберем на операцию. Операция где-то у нас будет с утра, наверное, я так думаю, с 10, да? Да, и завтра уже до операции подойдем, сюда подготовимся, вы переоденетесь. Вам все объяснят, что будет во время операции, что будет после операции, и, в принципе, потом сразу после операции. Так, все, рассказали. Я с перепугу ничего не помню. Потом вот как раз хорошо, хорошо, ребята, что записываю, домой приду, пересмотрю. Сейчас меня будут спрашивать о моих операциях. Я не буду вам это все записывать, чтобы ваше время не тратить, а потом дальше расскажу, что было. Там меня спросили буквально обо всех операциях, которые я делала. Я все это рассказала. Проходим к доктору. Hello, доктор. Так сказать. Сначала начнем с глазок. Держите зеркало. У вас верхний глаз очень опущен, веки. 여기서 피부를 절제해도 좋지만 그러면 눈이 너무 꺼져 보이고 하기 때문에 여기 눈썹 아래에서 피부를 좀 절제해서 получается, если убирать вверх, то это лучше, если убрать под бровью, получается, немножко кожи и подтянуть, соответственно, внешний уголок кожи подтянется вверх. 그리고 여기 이제 이렇게 올리고 나면 여기 이제 쌍꺼풀 Женя говорит, хочешь воды, вот здесь, вот не совсем капельку, здесь и конфетки, и чай, и кофе. О, тут и кофе есть, мне надо было кофе выпить. А, да? Да нет, это я потом уже. Ага, хорошо. Ну все, а мы идем, ребята, мы идем дальше анализы сдавать в коробочке. Девочки и мальчики, и теперь мы спустились на лифте или поднялись на лифте, не знаю, куда ехали, вверх-вниз, попадаем в экзаменейшн центр. И сейчас будут меня проводить экзамен. Экзамен будут надо мной проводить. Можете покрутиться. Приодели меня здесь. Знаете, смех такой здесь. Штанишки. Девочки, наверное, в Корее все стройненькие, а я на последнее время на 5 килограмм поправилась. Так что мы в них поместилась. Нога 39 размера, но подошли. Я, конечно, прикалываюсь, но пойдемте дальше. Угу, пойдемте сразу пройдем. А, вот за Анастасией, давайте за Анастасией, я буду вас снимать. Женя говорит, присаживайтесь, а штанишки, они такие маленькие, они немножко мне жмут. А ну, если мне надо, можно постоять. Нет, я думаю, что, знаете как, может быть, я и похудею. Вот, вот видите, ну вот, висит. Завтра уже не будет висеть, не переживайте. Через
Сейчас. Мама дорогая. Ужас какой. Сейчас будем видеть, сколько весит человек. О, не так встала. Сколько? 71,7. Мама дорогая. Все, спускайтесь. Ой-ой. Сейчас будем делать кардиограмму. Все, взяли кардиограмму, идем сдавать кровь. К взлету готова. Ребята, очень удобно, все находится, и доктор, и кровь возьмут, и все в одном месте, никуда бегать не надо. Здесь находятся фоторумы, что здесь такое? Здесь будут сниматься фотографии, то есть которые врач будет использовать непосредственно в операционной, поскольку он должен также видеть, как вы были до и во время операции, чтобы он тоже опирался на эти фотографии. Вот так, это еще не лыком шито. Здесь будут делать профессиональную съемку. Мы зашли сейчас, заказали кофе. Запах обалденный. Сейчас попьем. И, так сказать, на сегодня наша миссия выполнена.